Еще раз здравствуйте, друзья мои. Эдгар Акопян у нас в гостях. Эдгар, приветствую. Привет, рад тебя видеть. Эдгар Акопян, скрипач, композитор, продюсер. Эдгар, один вопрос. Кем ты проснулся сегодня? Я проснулся сегодня армянином. Так. Ну, если серьезно, вот у тебя просто... Ты настолько разносторонний человек. Как ты вот разрываешься? Ты такой организованный? Ну, просто всему свое время просто. И все. Я скрипач, на самом деле. Больше я скрипач. Больше я музыкант. Больше я люблю наедине остаться с музыкой. Но... У тебя классическая судьба скрипача? Не классическая, детства, изначально классическая. Как изначально Паганини, папа заставлял? Изначально у каждого скрипача классическая судьба. Так. То есть, когда распределяют скрипачом... Всегда... Тихая ненависть в глазах соседей, да? То есть, когда... Соседи, не только соседи, во дворе тихая ненависть у всех. А так потом сам определяешься, и все. Как ты стал композитором? Как ты решил сам писать? Тебе не хватает того, что есть вокруг? Мне не хватает, просто я не люблю играть, переигрывать. Я не классик, во-первых. Я очень много раз об этом говорил. Я не классик, я просто не люблю переигрывать какие-то уже известные, знаменитые, в основном. И так я начал писать сам музыку. Ну, в каком стиле ты видишь себя? То есть определение твоего стиля? Да, этно-фьюжн. У меня такое этнофьюжн, да, этнофьюжн, такое определение, причем определение я дал совершенно недавно, буквально. Да, этнофьюжн, считаю так, что... Ну, друзья, мы сегодня еще послушаем, посмотрим видеоклипы с участием Эдгара. Ну, концертные клипы. Концертные, да. Видеоклипов нет, я... не нужно, ты берешь музыкой, да, тебе спецэффекты... Видеоклипы, нет, думаю, что отвлекает это все от музыки. Прекрасно, я напоминаю... нашему дорогому телезрителю, что мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефону прямой линии 8495-276-2949, а также в нашей группе ВКонтакте. Юмор большими буквами, пробел ТВ английскими буквами. И ты запутаться можно. Запутаться можно. Не-не-не, ну, наш зритель, он такой, он может, он понимает. Эдгар, я знаю о твоем опыте продюсирования. Это серьезный был опыт, не так давно. Вот, да, не так давно. Да, расскажи, пожалуйста. А я тебе потом расскажу, что мы уже кое-что знаем. Ну, мы сняли отличный фильм, недавно совершенно, который называется «Голоса большой страны», которая 7 января выйдет во всех... Друзья мои, 7 января, во всех кинотеатрах. Наконец-то новогодний хороший фильм появился. Да, пару слов о фильме. Это музыкальное кино, это не мюзикл. Это музыкальное кино, саунд-продюсером которого является Антон Беляев, талантливейший человек. Это семейное кино, это очень доброе кино, очень доброе. Это фильм, где, вот, наверное, лучшие песни, известные, знаменитые, включены, но есть... даже композиции, в которых по 2-3 песни слились воедино. Так что все могут пойти в кинотеатр, подпевать песням. Это будет очень весело, это будет очень и местами смешно, и ну, качественная музыка, очень качественно сделана, очень все красиво. Кто там из наших уже звезд, я не попросил этого слова, снялся? Там нет актеров. Там нет профессиональных актеров. Уже хорошо. Все, да, все актеры, которые... это певцы. Это певцы. Мы именно сделали таким образом, чтобы актеры профессиональные не отвлекали на себя внимание больше. И поэтому в кино снялись все певцы. Певцы, певицы, музыканты. Я знаю точно. Анжелика Фролова. Анжелика Фролова, Марьям Мерабова, Артем Кочерян, Ольга Синяева, Андрей Гризли, Алена Пойменцева. Очень много. Ярослав Дронов. Всех перечислять. Очень-очень. Из первых трех сезонов или проекта «Голос» все участники. И еще с разных проектов, которые...
Ну, да, мы уже разговаривали на эту тему. У нас в гостях была Анжелика Фролова. Да, вот, если бы была Анжелика Фролова, то они рассказывали, все знаете. Не все знаем, потому что продюсер этого фильма у нас впервые в гостях. Нет, поэтому... я не основной, я со стороны компании Just Partner, потому что там несколько компаний работало. Это фильм большого кино, в компании «Большое кино», «Renovative Films», там очень большой состав. Довольно-таки продюсерский, ну, там есть генеральные продюсеры. Свою руку. Да. Ну, я как маленькая там частичка этого большого, уникального, на мой взгляд, кино, потому что в последнее время ничего такого не было. Это можно только сравнить, наверное, с «Три мушкетера». Вот. В таком плане. Это музыкальный фильм. Это музыкальное кино. Это музыкальное, семейное, доброе кино. Я, кстати, даже не помню, когда у нас последний раз снимали вот. Я не знаю, когда. Фильм. Да. Мюзиклов, наверное, бывает много всего, но это музыкальное кино именно. И самое главное, опять же, по составу участников, люди, которые состав уникальный, реально талантливый, талантливый, уникальный, да, состав, уникальная и операторская работа, на мой взгляд, я смотрел фильм, и режиссерская работа, и очень красочно, очень, ну, позитивно очень. Поэтому всех 7 января приглашаем на суд зрителей фильм, который мы сделали. Друзья мои, 7 января во всех кинотеатрах большой страны фильм «Голоса большой страны». Страны. Да, пардон за тавтологию, но это факт. Страна, ну, у нас большая, талантов у нас много. И, наконец, мы стали их не только слышать, еще и видеть, еще и в кино. А у нас сейчас, я хотел бы, чтобы мы посмотрели... Роль? Да, «Золотой орел». Да. И ты расскажешь, где хорошо. Это. Эдгар хорошо. Акопян. Смотрим. Красивая мелодия. И Никита Михалков. Кто автор? Автор... Вот такой задам вопрос. Автор мелодии. Я автор и Кирилл Иващенко. У нас скромный мой гость. Мой друг. Вот. Что это за концерт будет? Это концерт, это девятый, открытие девятого... церемония. Открытие церемония девятого международного фестиваля «Золотой орел». Награждение, церемония награждения. Кино, да, в киноиндустрии. Как там. Ну, очень такая, я обратил внимание, сцена там, конечно. Вот эти красиво все, девушки, масштабно. Девушки, когда летали над тобой, не отвлекало? Ну, нет, Сергеевич Михалков сам. Да, сам Михалков. В принципе, Михалков, ты знаешь, он пришел только потому, что знал, что ты будешь там. Ну, ты знаешь. Не, он просто звонил до этого и говорил, если Эдгара не будет. Не будет, я не приду. Смысл? Да. Кинофестиваль закроет. Просто открытия не будет. Я другой хочу задать вопрос, который вот обратил внимание. Ты там и ты здесь. У тебя такая смена имиджа. Там у тебя такие волосы-то подлиннее были. Такой вот. Я ушел в музыку тогда. Так. И времени не было просто. Ну, а если сейчас серьезно, появилось кто-то время? Занимается твоим стилем? Да, мой у друг. У тебя есть стилист? Мой друг Кеворг Закарян. Да. Это очень долгое время. Он этим занимается. И меня не стилист. Вот это мой друг. Это мастер. Ну, у него все хорошо получается, судя по тому, как отлично ты... получается. Я, кроме него, волосы никому не доверяю, наверное, последние года 4-5 лет где-то. Угу. Даже больше я запутался уже. Только он, если его нет, то мои волосы могут... Он иногда идет отдыхать куда-то очень долго, и я вот... Видите, что... То есть, судя по тому, как ты, судя по тому, как ты выглядел там... Он был на отдыхе, да. А какие, когда можно твои выступления, концерты, вот можешь проанонсировать ближайшие? Знаете, сейчас у нас с Евгением Плющенко намечаются выступления, в рамках «Короли льда», шоу, которое несколько лет уже прокатывается по городам, по разным странам. У нас 24-го Нижний Новгород, ближайшее. Всех тоже приглашаю в Нижнем Новгороде. Шоу «Король льда», шоу Евгения Плющенко, где будут еще именитые очень фигуристы разные. Если вы в городе, в Нижнем Новгороде смотрите, то обязательно приходите. Потом будет Израиль, потом на следующий год планировано очень много выступлений именно с этим проектом. Очень много сольных концертов на следующий год, опять все планировано с моими уже с моей командой, мои сольные концерты. Это Ману Казарян Бэнд, это ребята, мои друзья, мои музыканты, с кем я работаю очень долгое время. Планируются концерты тоже по
и городам нашей страны, необъятной родины, и по другим еще. Ну, Новгород, странам. Израиль уже хорошо. То есть. Ну, Новгород, Израиль, я просто то, что в голове сейчас. Ну, два самых таких, да. Давайте, там где еще такие очень точки, много разных городов. Эдгар, нет, я. А что ты в этом шоу делаешь? Расскажи. Я играю на скрипке, и под мою музыку выступают фигуристы. Просто это онлайн, лайв. Я играю на скрипке, да, на льду стою. Ты на льду, вот я это. На льду стою, но без коньков, не в коньках. И выступаю. У тебя такая отдельная роль в этом шоу? Отдельная роль и какие-то ключевые сольные номера, которые я играю. И играю то, что танцуют. Из живых музыкантов ты там один? Один, да, один. Либо если есть концерты, где полностью живой бэнд, живой состав. Вот. А что ты играешь во время этих выступлений? Композиции, под которые танцуют. Просто. А, то есть, допустим, это разные могут быть произведения? Это разные произведения. То есть, хиты какие-то современные? И мои могут быть, и те, под которые как поставлена программа. Вот там уже надо играть разные, ну, и классику. Тебе все равно, что играть? Нет, не все равно, что играть. Конечно, я выбираю тщательно. С одинаковой легкостью. Мне никогда не все равно, что играть. С одинаковой легкостью. С легкостью, да, потому что, ну, как, это ж нормально. А вот раз уж мы о музыке, что слушает Эдгар Акопян? Вы знаете, разное, очень разное. Разное, потому что у меня фонотека очень, она разная. И кто? Классика, и народные песни разных народов, и джаз, и рок, все. А из попсы? Потому что это моя работа тоже. Я и попсу тоже слушаю. Я поглощаю все. Я могу очень разную музыку слушать. У тебя есть какие-то вот кумиры? Потому что, допустим, нет, у вокалистов они, ну, это не секрет, да? Кто-то там пытается подражать, там, ну, хотя бы в начале своего кумиров пути. Нет. У меня никогда не было кумиров. Что такое кумир? Наверное, это более для меломанов кумир. Из скрипачей? Скрипачей, ну, из классиков. Просто были люди, которых, скрипачи, которых все время слушаю и люблю их безумно. Ну, это кто? Яша Хейфец, это Ойстрах, их подача мне нравится, их техника. Но это мировые уже, это легенды такие. Вот. Для меня вот они есть скрипач-виртуоз, хотя нигде не написано скрипач-виртуоз, вот просто написано Яша. Хейфец, Давид Ойстрах, и не нужны никакие приставки, как сейчас у очень многих вот эти приставки скрипач-виртуоз, скрипач-гений. Не надо, достаточно Яша Хейфец. Очень не люблю эту приставку, очень не люблю, когда вот к моей профессии скрипач вот еще приставку делает виртуоз. Вот, мне кажется, очень как-то. Да, вот, тем более, что я тебя прекрасно понял, потому что, ну, не знаю, лично для меня дворник-профессионал. Это... Да, да. Не знаю. Скрипач — это человек, ну, в моем понимании, человек с абсолютным слухом. Просто скрипач. Да. Я... Если человек скрипач, может называться скрипачом, это уже... Я не знаю, как к игре что-то, знаете, какой-то блеск, чтобы добавить, приписывают скрипач-виртуоз. Ну, видать, кому-то это нужно. Эдгар, я знаю, что ты еще саундтреки. Вот так. Да. Мы о тебе, видишь, навели справки, информацию. Ничего не скроешь. Да, работаю над фильмами периодически. Сейчас выйдет фильм «Лекс Талионис», «Принцип Талиона», которая социальная драма. Социальная драма фильм, который в 2016 году выйдет. И сейчас работаю еще над одним проектом, который называется «Со дна вершины». «Принцип Талиона». «Принцип Талиона», «Лекс Талионис». Вот так наш называется фильм. Наш. Там есть такое имя, как Вадим Артамонов? Вадим Артамонов? Да. В этом фильме. Знаете, команда большая была. Чем занимался он? Я не знаю. Просто. Я тебе просто открою секрет. Ну, мир очень тесен. Связано там кино, больница, да, в этом фильме? «Лекс Талионис»? Да, в фильме. Там есть такие моменты? Там социальная драма. Социальная драма, где про школьников, про друзей, да? Которые, да, попадают в неприятные ситуации и
Это поучительная история больше. В двух словах, что такое принцип Талиона, может, расскажешь? Ну, кровная месть, принцип Талиона. Ну, что все возвращается. Да. Что возвращается, что бы ты ни сделал, это принцип, грубо говоря, бумеранга. Сделал добро, добром обернулось. И что сделал мы... зло, злом и так далее. Да, поэтому, ну что, будем, когда ждать премьеры? В 16-м году дата еще не объявлена премьеры. Но ты весь саундтрек? 16... Да, весь. Весь саундтрек прописал. Песнь, но и есть места, где использованы известные песни знаменитые. Но что-то ты писал музыка. Конкретно под да, этот конкретно проект? Да, конкретно под проект написан саундтрек. И в титрах будет? Обязательно, да. Музыка Эдгара Копян, ну, то есть... Как бы на Кинопоиске уже есть. Ну, и я числюсь там как композитор. Вот. Еще сейчас готовится проект. Проект снят. Ну, начинаем работать над саундтреком «Со дна вершины». Это про... Проект называется «Со дна вершины». Это про спортсмена-паралимпийца, который через призму трудностей всего прошел очень большой путь и выиграл на Паралимпийских играх. Ну, сейчас занимаюсь вот над этим проектом, музыкальной части. Ну, я сам просто вот, слушая тебя, понимаю, что ты какие-то вот, вот фильмы ты выбираешь, работаешь, ну, скажем... Какие-то я выбираю. Трогательные, которые... Какие-то, да, меня выбирают. Потому что, кстати, в обоих фильмах, есть скрипачи. Ну, потому что скрипка как может тронуть душу? Кроме всего, кроме музыки, я актеров подготавливал к съемкам. Каким образом? Ну, учил скрипку держать для съемок именно, потому что за короткий срок не научишь актеру игры на скрипке, но хотя бы держать, имитировать игру можно научить. Ну, это вот такая методика, техника такая. Вот как чтобы бы, в кадре это... Как бы ты оценил вот результат своей работы? Ну, скажем, вот если бы ты увидел со стороны, поверил бы, что человек умеет играть на скрипке? Так, я уже съемки увидел, я поверил, и что умеет сам поверил играть, потому что там очень красиво все сделано, да. Ну, очень хочется увидеть этот фильм, и, а тем более я-то буду конечно, смотреть... крупным планом иногда мои руки снимают, если я работаю над этим проектом, так лучше получается кадр. Мы поговорим еще о кино, а сейчас я хочу предложить всем нам посмотреть еще одно видео с тобой, Moonlight Dance. Как раз это концерт с моим музыкальным составом, это концерт, который... С твоим бендом. С моим бендом, да. Смотрим. Друзья мои, напоминаю, у нас в гостях Эдгар Акопян. Эдгар, что это был за концерт? Где это? О, это было давно. Феерил. Это было давно. Ну, давно как? Ну, относительно давно. Это 10-й год. 9-й или 10-й год. Ты не изменился. Театр кино. Спасибо. Театр киноактера. Театр киноактера. 11-е, даже дату помню. 11-12 марта. Это было 2 дня концерта. Вот у тебя память. Да, хорошая у меня память. Я ж без нот играю. Вот. Это концерт, сольный концерт большой в театре киноактера. Эдгар, я так понял, что вот я возвращаюсь, ну, я просто тоже люблю эту тему, тему кино. Тему кино? Да. Опять тему кино? Да. Вот ты вот все время, вот музыка и кино. Ну, люблю вот тебя, я. Да, вот ты любишь. Вот. Люблю. Так, скрипач, который любит кино. Ну, я очень, очень я даже хорошие фильмы, я никогда не смотрю пиратские фильмы, не смотрю. Мне кажется, это неуважение режиссера. Ну, вот такой подход. Ну, я не знаю, вот хороший фильм снят, хороший там бюджет потрачен, да, вот. Вот «Марсианин», ну, как посмотреть этот фильм, допустим, если я вчера пошел буквально в кинотеатр, посмотрел этот шикарный фильм в 4D со всеми. Тебе понравился? Мне очень понравился. Что ты посоветуешь из последних, из новинок? Не, ну, я... Например, я со своей из стороны... Из последних посоветовал «Марсианин», хороший фильм. А я посоветую «Спектр», посоветую. Даже близко не подходите. Ты... Я не смотрел этот фильм, и... даже не собираюсь пойти смотреть. Не ходи, нет, потеряешь время, не... это просто ужасно. Нет, «Марсианин» мне подход интересен, потом там режиссер, который мне интересен. Поэтому я и за режиссера тоже этот фильм смотреть, я же не только потому что хороший. Вот я к этому тебя подвожу. Я вот, смотрю, кто режиссер, кроме, кто кроме саундтреков, кроме музыкальной составляющей, кроме
продюсирование, участие, продюсирование. Участие. Да, участие, продюсирование. Потому что я не продюсирую какие фильмы. Какие твои годы? Подожди. Если у меня... Нет, я хочу уточнить, потому что такое может создаться впечатление, что я прям там... Есть продюсеры, которые... Это неплохое впечатление будет, Эдгар, такое, если будут думать... Опять-таки, маленькое звено в большом... Вот там есть гиганты, продюсеры, которые уже много очень фильмов, кино сняли. Зато они на скрипке играть не умеют. Если это связано с музыкой, вот. Если это связано с какой-то музыкальной частью, с музыкальной историей, тогда да. Если, опять-таки, мне более интересно писать музыку к фильму. Все-таки я музыкант, а организаторские вопросы, они не очень там уж мои. А продюсирование все-таки... Организаторские. А какие ты еще, вот, скажем так, ты, ну, по секрету можешь нам сказать, мы никому не расскажем? Я в этом фильме и актер тоже. Вот, я к этому подвожу. У меня есть там роль такая маленькая, но для меня очень большая она роль, хотя там голоса, но моя игра нашла там свое классное место с Тиной Кузнецовой. Тину это... Поэтому, мне кажется, это очень голосяра классно получилось. Такой, что... Потому что я участвовал в процессе съемки, я не только снимался, я участвовал, я То есть мы знал... на экранах увидим тебя? Да, обязательно, потому что... 7 января, друзья мои, напоминаю, 7 января во всех кинотеатрах большой страны. Кусочек, и меня тоже. Я попросил очень, чтобы я там снялся. Я вот к этому подводил, что в каких-то еще ипостасях в кино, вот актерское, так... Нет, и еще в театре у меня была маленькая роль скрипача, где я просто обыгрывал там очень много было... новелл, которые воедино сливались в одной постановке. Так, у тебя есть опыт много... театральный? Театральный. Не, я просто там был скрипачом, который обыгрывал вот эти все, просто чтобы они в целом выглядели. Надо было выходить из ситуации, поэтому мы придумали, что мы скрипичной музыкой сольной будем все обыгрывать. Вот. А с какими ты вот еще исполнителями, с нашими или, может быть, не нашими, сотрудничал? Сотрудничаешь. Столько исполнителей было, что с коллегами. Вот, естественно, кого-то сейчас... Все запомнились. Дипломат. С кем? Эдгар Акопян, еще ты еще и дипломат. И я говорю то, что еще 15 лет назад, вот так начинаю, я сотрудничал и с Михаилом Захаровичем Шуфутинским над его альбомом, ну, скрипичный, писал партии какие-то. Я сотрудничал... И очень долгое время концертировал как специальный гость и в концертах моей родной, очень близкой Любови Успенской. До сих пор мы какие-то у нас творческие работы вместе бывают. Я и с Дмитрием Маликовым работал над его проектом «Инструментальным пианомания» в 2008-2009 году. И у нас есть дуэтные композиции, которые называются «Sand and Fire», под которой катаются и фигуристы, тоже, который стало саундтреком еще к фильму «Мой жаркий лед» был такой фильм, где финальный прокат фигуриста, по-моему, Ягудина, был под эту композицию. Поэтому я много с кем работал, много с кем выступал, работали, записывался в студийной работе. Поэтому. А есть артисты, певцы, вокалисты, с которым ты хотел бы еще вот не работал, но вот с кем бы ты видел себя, вот, чтобы вот интересный дуэт? Ребята, я открыт. Друзья мои, Эдгар Акопян открыт. Поэтому. Его скрипка может украсить любого вокалиста. Не, все-таки добавить. Я выбираю. Я могу позволить себе выбрать. Ну, сейчас тех вот людей, есть, с кем бы знаешь, я есть сейчас такая тема, когда играют вот диджеи на каких-то там, ну, мероприятиях и так далее, и какой-то вот инструменталист может там подыгрывать и так далее, саксофонист, там, скрипач. Нет, я не очень, как бы, ну, в клубных, было когда-то у меня такое, но мне кажется, это какие-то этапы. В молодые годы было. Молодые годы, когда я не клубный человек. Я не люблю. Когда вот сидит такой быть. Молодой парень и говорит про молодые годы, это, конечно. Не в молодые годы, ранние годы творчества. Немало. У меня и сейчас молодые годы. Почему? У меня еще долго будут молодые годы. Вот. И поэтому просто я сейчас уже я отец, и я уже полтора месяца как отец. Поздравляю. Поэтому спасибо. Поздравляю. Поэтому как бы.
Я, ну, не мое клубы и все остальное. Я как люблю. Ты сейчас, когда я предварил мой вопрос, все, ты отец, значит, все, тему, значит, понимаешь, жизни, да? Все замечательно, давайте, лучше не бывает. А, я хотел о другом спросить. Эдгар Акопян вообще отдыхает? Отдыхает. Вот. Как? Отдыхает. Вот как, играя на скрипке, отдыхает, работая над музыкой, отдыхает. Вот, не, я понимаю, да, работа, это отдых. Отдых, нет, да. Это реально отдых. Потому что я очень благодарен, что у меня в судьбе так произошло, что я занимаюсь любимым делом. Это может быть просто слова, которые говорят люди все время, занимайся любимым тебе делом. Тебе я почему-то верю. Нет, серьезно, мне просто реально очень комфортно заниматься своим делом, когда еще это мое дело имеет финансовую составляющую и отдых, и посудите сами, я и в разных странах бываю, и гуляю, и отдыхаю, и вижу с очень многими, встречаюсь интересными людьми. Это очень важно встречаться. Я не представлял себе никогда в офисном пространстве в закрытом. Это отлично, это замечательно. Ну, супер, супер. Это ты как вот просто знаешь, спасибо. Мудрость. Нашел занятие по душе, и не надо работать. Да. Правильно? А вот такой момент. Ты будешь своим детям как-то прививать вот, музыку? Да, вот отношение к музыке. Как ты это видишь? Мне кажется, что каждый ребенок должен получать музыкальное воспитание. Музыкальное воспитание обязательно будет у моих детей, у моего ребенка. А если заставлять... не захочет? Вот захотел, говорит, нет, я, пап, я хочу в футбол играть. Несколько лет обязательно нужно. Мне кажется, никакой ребенок, я тоже не хотел в четвертом классе, хотел уйти просто. Пока не заставили, но через не могу, можно. И спортом чуть-чуть, музыкой надо заниматься. Надо заниматься, потому что по мне музыка воспитывает хорошие качества. Во сколько лет вот ты начал заниматься? Я с 5-6 лет. И вот скажи честно, когда 5-6 тебя отвели? Отвели на скрипку. Ну, я хотел. То есть тебя спрашивали? Ну, я изначально хотел на скрипке играть, потом вот. В четвертом классе у меня был переломный момент. Ну, но ты хотел. У меня не могут дети не хотеть, потому что у меня и супруга тоже скрипач, она солистка сопрано турецкого, тоже скрипач, певица, вокалистка. Поэтому у нас, как бы, у меня мамы музыкальное образование, у меня сестры музыкальное образование, у меня музыкальная семья. Да, такие, моя музыкальная семья. Да, тяжело семья. Будет твоим детям да. От музыки. Просто я не буду настаивать, чтобы они продолжали, потому что настаивать нельзя, но воспитание обязательно. То есть настаивать не будешь, но заставлять будешь, да? Заставлять сначала, на начальном этапе, но потом не буду заставлять. Почему? Я не просто так спросил. Чуть-чуть сыграл и все. Эдгар, я не просто так спросил. У меня мой брат двоюродный, ага. А дядя у меня был великолепный музыкант, аккордеонист, возможно, один из лучших в мире. Он отдал своего ребенка на музыку, то есть я это наблюдал. Братик был маленький, двоюродный мой, он всеми фибрами души ненавидел эту музыкальную школу. Да, ну. Но дядя говорил, что ребенок должен, это часть образования. Там. Ребенок закончил музыкальную школу по классу аккордеона тоже. Принес диплом об окончании, сказал папе, видели? Поставил туда диплом, убрал туда аккордеон. И с того момента он ни разу к инструменту не подошел. Все. Зато у него есть музыкальное воспитание. Зато, когда он будет сидеть и о музыке будут говорить, он скажет, а знаете, я до 7 лет играл на аккордеоне. Но, и все скажут, а. Но знаешь, да, ты прав, потому правильно. Что он в итоге меломан. Он говорит, правильно? Он очень музыкальный парень. Вот. И когда он в обществе сидит, он наверняка говорит, знаете, я тоже до 7 класса играл на аккордеоне. Я тоже хотел музыкальную школу. Это все так говорят. Друзья мои, любите музыку, занимайтесь музыкой. Ну, невозможно музыку не любить. Как да, мы... я не знаю как. Да нет. Как можно без этого жить? С вами были мы, Эдгар Акопян. Мы не прощаемся, у нас будет еще один гость. А пока немного музыки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.